О. Он, короче... Которую я не посмотрю ни в жизнь, да? Почему? Выложено все будет, я считаю. Ну, он прям хочет по... Не порно? Нет. Да, так. Порно. Не, подожди, а ты боишься, что твой парень увидит этот ролик? Нет. Юрий будет дуть, будет... Она от меня кончила. Я ты подставил. Это не мне, это не айфон. Нам нужно ответить на этот звонок. Алло? Ты в теме, да, по-любому? Хорошо, давай. Да. Вам всем пизда. Не а ты? Я не пью. Твой парень посмотрит, я тебе говорю, он тебя все-таки осадит, мне кажется. Нет. Вот знаешь, мне тоже вот она нравится, но я же ее не употребляю. Зачем? Зачем ты это делаешь? Объясни нам. Я не знаю. Я охуенно она просто. Она моя. У меня есть парень, но она моя. А ты вообще, моя? Да? Кос. Я да. На нахуй, давай я дойдем побуду. Бля. Давай я интервьюер, короче, буду, типа. Это что? Ну типа, ты же интервью сейчас берешь. Я. Такое вообще-то снимать тоже нельзя. Порно? Давай ложись на него. Блять, да. Песня под порно, хуй. Блять, будем с тобой порно снимать. Найди какой-нибудь медляк. А? Да, да вы убираете, что серьезно. Она будет моей. Ну, тут твоей, только твоя пизда останется. Хули ты плачешь? В эти глаза! В Коша, короче, моя школа, типа, она сверхушка, она нахуй. Да, как? Давай покажи как. Вот так вот. О! А если это скажет, то пищи будет, а проект танцует. Давай, ты покажи. Ну а нахуй я тебя убью же. Так нет, просто покажи как надо. Бля, это камера там вообще пиздец. Я не смогу. Да, я не смогу. Зачем тебе вообще стоять? Что это такое? Тебе это тебе должно это нравиться, понимаешь? Не знаю. После вчерашнего плохо. А что вчера было? Не очень страшно. Нет, я хочу услышать занимательную историю. Что с тобой? Со мной все хорошо. Это чувак жестко как-то. Бля, да, моя девочка, я там паркала. Все, начинается с мясо. Как обычно. Я по идее должен так-то говорить еще насчет этого. Насчет вообще своей жизни. А я тут вас не говорю, я тут погибаю как можно, типа в разных позах, в разных местах. Все только погибает. Локации меняются постоянно. Тут на самом деле, ну вот, подобные вещах, по-моему, даже комментарии не нужны, потому что, ну... Так их и не пишут, потому что... Потому что ничего не напишут в комментарии. Комментарии по поводу данных мероприятий, а, ну это да. Потому что без комментариев. Спорим, что ты больше не покинешь эту сферу. Я играю в сюрреалистской детке, где только кавалер. Надо. А, то есть ты пошла сказать... Не снимай сейчас. Я серьезно. Сейчас да. Плохо? Сейчас не снимай. Мы идем записывать альбом на их студию. Да. Короче, находимся около студии звукозаписи. Будем записывать рэпчик. Вот. Будем прямо сейчас ее закатывать и на днях ее зарелизим. Будет мясо, новогодний презент. И вы меня спросите, с кем я связался. Снимай себе белье и снова полета, как будто б не было этих сорт и снова мая за... Первый день, братанчик. А если еще стул один? Да, сейчас еще. Ты понял, что оператору сидеть наскучило? Сидеть? Ой, стоять, да. Ты хочешь посидеть сейчас? Конечно. А, типа тебя уже этот намеревают в корзину скинуть. За что ты спасся с музыкантом? Спасибо. Типа долби куплет. Нет, давай куплетик. В хип-хоп культуру надо... человека внедрил нового. Те города чужие, я нас лично... Все, понятно, я сбилась. О, и да? Типа да? Сейчас да? Так. Я, да, мне... я сижу в таком состоянии. И снимаю тут. Что вообще происходит? Там по биту прям нормально проходит.
Ну, начало нормальное же. Начало нормально. Ты насыпаешь белый с карниза, как на лифте. Время 4:20. А после поцелуя был дождь, а нам плевать. Тогда хотел лишь одного, просто тебя обнять. И вряд ли снова мы останемся вдвоем. Ведь у тебя там туса... Стоп! Я тебе сказал, окажемся, а не останемся. Так окажемся. Я что сказала, останемся? Останемся опять. Это серьезная заявка на версию Фрешба 4. И начинается семейная драма. Не знаешь? Нет, даже... Похоже, ты совсем пьяный алкоголик, а сейчас... Сейчас же наступает только, да, сейчас наступает, год? Да. Вот, и надо дарить, короче, тебе и подарок, да? Да. Я подарю тебе похмелье, ты подаришь мне вертолёт. Я тебе реально сейчас подарю, чувак. Смотри, там, короче, подарок и... Вообще-то я хотел его разыграть среди подписчиков, ну так и быть. Но так как я самый элитный подписчик, потому что я еще и занимаюсь музлом. Ну, он, кстати, я пытался... Да, он стоял у меня полгода. Так, надо эту хуйню эту открыть, короче. Так. А-а-а, сука, коп там. Вот видишь, он, короче, легкий. Да это плохо вообще. Это похуй, я хочу поиграться. Так. Можешь и бок. Так ты не боком. Так, блядь, так да, сейчас я ее стартану нахуй. Можешь запускать. На этом мы закончим нашу мозг. Снова мы сидим в каком-то неизведанном, ну, для меня неизведанном месте. И, ну, сегодня Новый год, сегодня можно даже пить алкоголь. Ну, всегда можно. Нет, это, типа, мое оправдание. У меня же должно быть какое-то оправдание. Я же, типа, видео-то снимаю, ну, только как алкаш какой-то в образе школьников, да. Нет, не алкоголь. Я так-то трезвый. На самом деле, я большую часть своей жизни трезвый. И вам лишь только кажется, что я там алкоголик, пью алкоголь, но я не пью так много. Просто у меня в жизни происходят депрессивные эпизоды, и из-за этого мне плохо, я не могу снимать видео. Сижу дома, смотрю сериалы, и на этом все. И с Нового года... И решил стать уже наконец-то нормальным блогером. Буду снимать видео день через день. А, кстати, каким образом я вообще собираюсь это делать, чувак? Я не знаю, почему мы будем спиваться и в новом году. Не, мы не будем больше спиваться. Я же типа блогер, я должен снимать видео. Не, я говорю честную правду. Готово, Виталий. 4. Блин, город за минус снегопадом, ты была в нем так одинока, а я не вдыхал грамм за граммом. Умирали те, что с карниза, снизу не спасали матрасы, но... Парви все фото, забудь куплеты, нахуй отмотал! Нельзя, что ли? Так это же не кончено. Ты знаешь, где я? Ну что, мы сидим, пьем хоп. Вообще-то сейчас нет. Да. Там вообще-то уже Путин. Там Путин уже говорит. О, уже ты типа да снимаешь. Чувак, только не в потолок, только не в потолок. Да чувак, Виталий, что должно произойти? Нет, самый пьяный будет. Я? Ты не год. Бля, ебой. Наконец-то он это сделал. Я на камере такая страшная, просто типа, как смерть просто. Да. Веселая компания.